26 по 29 сентября 2016 года в Крокус-Экспо торжественно открылся 40-й стоматологический форум Dental Expo 2016. Врачи-стоматологи, специалисты зуботехнических лабораторий, руководители стоматологических клиник и начинающие доктора получили возможность найти новых деловых партнеров для развития бизнеса и узнать много полезных сведений для профессионального роста. Мегастом представил новинку стоматологического оборудования – многофункциональный хирургический физиодиспенсер MasterSurg Lux производства Германия. Были презентованы новые возможности единственной в России зуботехнической лаборатории CAD/CAM German Lab с уникальной технологией одновременного и параллельного изготовления индивидуальных титановых абатментов и анатомических коронок под ведущие импозиционные системы Вегусимадос, Штрауман, Нобель, Астротечик, Сайф. Мы рады сообщить о том, что совсем недавно состоялся 12-й международный научный имплантологический симпозиум «Мегастом-2016» в лучезарном городе Сочи в гранд-отеле «Жемчужина». В качестве лекторов на симпозиум были приглашены корифеи мировой стоматологии из России, Голландии, Германии, Америки. Симпозиумы «Мегастом» аккредитованы Министерством здравоохранения Российской Федерации по программе непрерывного медицинского образования. На своем стенде «Мегастом» объединил врачей-стоматологов со всей России, уже ставших нашими друзьями партнеров по бизнесу и многих других посетителей стенда, получивших развернутые ответы от специалистов «Мегастом» на свои вопросы о продукции CAD/CAM German Lab, стоматологическом оборудовании и материалах, представленных на нашей площадке. Насыщенная научная программа выступлений докторов клиник «Мегастом», а также специалистов зуботехнической лаборатории CAD/CAM German Lab и клиники «Мегастом Центр» была, как всегда, популярна и востребована. Алексей Николаевич Шарин раскрыл особенности стоматологического лечения с момента первичной консультации до завершения установки постоянных коронок. Алексей Николаевич отметил важность психологических аспектов лечения для взаимопонимания и установления доверительных отношений доктора и пациента. Федор Федорович Лосев отметил, что конкретно следует учитывать для правильного 3D-планирования имплантации с применением индивидуального хирургического шаблона, осветил особенности восстановления костной ткани с помощью мембран Клейс Мартин, а также профессорам были даны другие рекомендации докторам для повышения уровня своего мастерства. Владимир Федорович Лосев рассказал о преобладающей роли и достоинствах применения CAD/CAM-технологии в ортопедии и гнатологии в настоящее время. CAD/CAM-технологии позволяют автоматически заносить и сохранять индивидуальные данные аксиографии, окклюзии, а также модели применяемого артикулятора и использовать их в стоматологическом лечении. Павел Растович Чурилин презентовал новые возможности зуботехнической лаборатории CAD/CAM German Lab. Теперь мы изготавливаем нашу продукцию под все ведущие имплантационные системы по единственной в России технологии параллельного изготовления индивидуальных абатментов и анатомических коронок всего за 2-3 рабочих дня. Марина Михайловна Васильева раскрыла нюансы протезирования системы абатментов нового поколения, представила анализ имплантатов семьи Бегу-Симадос на примере работ, изготовленных в зуботехнической лаборатории «Мегастом», а также провела индивидуальные мастер-классы для всех желающих посетителей стенда. Роман Юрьевич Бирюков поделился собственными методиками формирования мягких тканей для идеальной эстетики десны в области установленного имплантата с помощью 3D-технологии дентальных имплантатов Бегу-Симадос. Александр Витальевич Жаков поделился новыми тенденциями в имплантологии, методиками проведения имплантации и наращивания костей от мировых звезд имплантологии, полученными на симпозиуме в Монако. Также Александр Витальевич рассказал о собственной системе проведения направленной регенерации костной ткани. Юбилейный стоматологический форум завершился, на котором каждый посетитель мог найти для себя познавательное и интересное, обрести важные деловые контакты и получить заряд положительных эмоций. Мы будем рады увидеть вас снова на стенде «Мегастом» на следующей выставке в апреле 2017 года.